Эстафета принята. Представители Днестровской госадминистрации передали переходящий символ проекта «Покупай Приднестровское» Слободейскому району. Выставка-ярмарка состоится уже в эту субботу. Приглашаем всех наших производителей продукции в Приднестровье. Это и представители агропромышленного комплекса, и легкой промышленности, и строительной промышленности, и других, да, поделки там наших умельцев. Ярмарка откроется 19 августа в 8 часов утра на площади перед зданием прокуратуры в городе Слободея.